Всем привет! Приехал проведывать наш шалаш. Сейчас пойдем посмотрим. Вот они следы. Кто-то подъезжал и даже подходил. Шалаш вон он стоит, все нормально, целый, не сломали. Да, тут кто-то здесь сидел в нем. То есть люди были, но хорошо хоть не сломали. Вот такой шалашик у нас целый. А я думаю, заеду, попроведаю. Мимо ехал. Да, птичкам хочу кормушку повешать. Здесь птичек дофига было тогда. Солнце светило, тепло было. Летали. Да из бутылки, думаю, пятерка лежит в машине из-под воды. Заехал, пшена купил, пшенки. Сейчас сделаю там ножичком, вырежу по-быстрому. Ну, где-нибудь повешаем здесь ее. Пускай птички кушают. Ладно, пойду за бутылкой схожу. Вот что нам понадобится для изготовления. Бутылка, ножик, веревка и сам корм. Так, а где бы повешать-то ее? Вроде бы ничего не ломают. Можно тогда где-нибудь и неподалеку прицепить ее. Да, в такой обуви по снегу ходить не очень. В такой. Так, ну давайте сейчас тут где-то сделаем. И прицепим ее на какую-нибудь ветку. Вот так вот получается. Сейчас еще вот с этой стороны вырежу. Так ее повешаем. И будет такая вот кормушка для диких птиц. Ну что, ребята, вот так вот получилось у меня. Вот такая вот кормуха. Рядом с шалашом. Будем приезжать. Слышите, птицы? Будем приезжать, подкармливать птичек. Сейчас насыплю туда пшена. Кушают. Поднимем. Так. Блин, не знаю, так влезет. Нет, придется с ладошки. Сейчас насыпем им туда. Неудобно. Так, давайте-ка я попробую с пачки насыпать. Вон еще на земле уже тоже. Во. Зима длинная. Им же надо что-то кушать. Вот так вот, чтобы не просыпалось. Ну, тут насыпали, конечно, немного. Ничего, главное в кормушке есть зерно, пшено. Пускай кушают. Пойдемте, сходим нашему шалашу, посмотрим еще раз, все ли там в порядке. Поедем потом домой. Сегодня не планировал приезжать сюда.
Мне кажется, что здесь все-таки ребятня была. Следы на машине, может, кто и взрослый подъезжал. Подходили как бы. Кажется, что следы такие небольшие. Либо размер маленький ноги. Да нет, все в порядке. Все хорошо, ничего не развалилось. Лапника маловато, говорят. Но это только для маскировки было сделано. Потому что пленка сильно в глаза бросается издалека. Вот. Кстати, на канале «На свежем воздухе» строится землянка. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Там много всего интересного. Путешествия, рыбалка, походы за грибами. Заходите, короче, ссылка будет там, в описании. Так, ну а мы, я думаю, в следующий раз сюда, когда приедем, вон она, кормушка наша висит. Когда приедем в следующий раз, то мы его это подшаманим еще веточками, лапником. Просто его здесь очень мало. Видите, высоко все. А молодые деревья рубить не надо, нахрен. Надо будет здесь сделать, наверное, лавочку еще. Столик. Ну и что-нибудь приготовить, покушать. Эх, красота. Выбирайтесь в лес, друзья, не сидите дома. Особенно у кого есть возможность. Ладно, у кого возможности нет. Далеко. А кто бывает рядом с лесом живут, и все один фиг не ходят. А в лесу, о, классно. На этом будем прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.